И еще о пользе. Наша следующая номинация – «Вклад в охрану окружающей среды». Внимание на экран. Объединение «Эсерафиш» создано Андреем Мазлиным и группой энтузиастов в 2004 году. «Эсерафиш» поставил сразу несколько задач. Создать условия для цивилизованной спортивной и любительской рыбалки, борьба с браконьерством, охрана водоемов. Члены объединения не ограничиваются разъяснительной работой и акциями, а активно сотрудничают с государственными структурами в борьбе с незаконными видами рыбной ловли и загрязнением водной среды Израиля. Сегодня «Эсерафиш» лоббирует изменения в законодательстве о лицензировании рыбной ловли и охране пляжей и водоемов. Номинация «Вклад в охрану окружающей среды». Приглашение победителя и вручение награды на сцену приглашаются основатель и президент компании «Сано» Бруно Ландсберг и ведущая 9 канала Анна Шац. Дима, а ты можешь разбирать ли, бакша, маду амар Бруно Ландсберг, датка ху маник категория зу, а ядуа, ше «Сано» לפעמים עושה סחור באוזון. אז מה הקשר של איכות סביבה לאיש עסקים ידוע? Я тебе попытаюсь объяснить, Хана. Скажешь, номинация называется не «Охрана окружающей среды», а «Вклад в охрану окружающей среды». Ага, трума. А Бруно Ландсберг, как тебе известно, большой вкладчик. Ахен, Бруно, у торем ядуа. וחוץ מזה, האמת שסאנו לא עושה את החוק באוזון. לא, ברונו לנדסברג היא אנה שץ. את ברונו לנדסברג ואת אנה שץ. איזה נשים יפות. ברונו, מה שלומכם? יש מקסים. מה שלומך, ברונו לי? Так, Бруно, пожалуйста, у вас есть микрофончик ваш, все нормально. Эрев Тов. Эхи гати лехема бифа. Айта тох арухат бокер. Был знак. Левайев, шани лоро. Я его сейчас здесь не вижу. Он сказал, что нужно увеличить бюджеты. Бюджеты на рекламу 9 канала. И у нас, поскольку очень близкие отношения с 9 каналом, мы верим в этих зрителей. Мы увеличили бюджет на рекламу, и идея в том, чтобы поддержать программу, защищающую окружающую среду. Но это не только вопрос окружающей среды. Я говорил так много об окружающей среде, что в один прекрасный день, когда я оказался на программе... Рыба. Это мой любимый ведущий. Он мне сказал, что ты не будешь говорить об окружающей среде, это скучно. Ты будешь говорить... об искусстве. А, рисунках, да, мы говорили точно об этом. Да, о картинах мы говорили. И вот я вдруг сейчас действительно говорю об искусстве. Было такое дело. Было такое дело. Да. А, там это Берком Руси? Господин Бруно, вы говорите по-русски, да? Да. Кулам, Хана, кулам и Берком Руси. Все говорят по-русски, Хана, кроме вас. Я думаю, что сейчас ведущие этой церемонии, это такой удачный дуэт, и Давид, и Хана Ласло, я знакома с вами много лет. Я хотела только добавить несколько слов к тому, что сказал Бруно. Вы знаете, хотите вы или нет, мы одна семья, потому что мы живем на одной большой планете, называемой Земля. И, конечно, каждый из нас может позаботиться о своей экологии, о своем здоровье. Но очень тяжело позаботиться о здоровье планеты, в которой мы существуем. И вот благодаря таким людям, как Бруно, и благодаря сегодняшним номинантам, мы можем сказать, что да, мы спасаем нашу планету, и мы стараемся сделать так, чтобы наша экология служила нам во благо. Я хочу попросить Бруно, чтобы он открыл этот конверт и назвал имя номинанта. В первую очередь я бы хотела отметить, несмотря на то, что я получаю так много комплиментов,
Я не могу делать то, о чем здесь говорят. К сожалению, я думаю, что мы опоздали на много лет во всем, что касается охраны окружающей среды. Быть может, уже слишком поздно, но все-таки сейчас вы знаете, что Эль Гор получил Нобелевскую премию за свою работу на благо окружающей среды. И поэтому вы хотели отметить, что когда я впервые оказался в Швейцарии, и я начал интересоваться окружающей средой, экологией, мне сказали, что там есть парк. В 1963 году была школа в университете Цюриха, которая занималась экологическими проблемами. И очень интересно, что согласно их вычислениям, использование бензина для автомобилей привело к тому, что приводит к тому, что фотосинтез, несмотря на то, что Швейцария очень зеленая страна, очень зеленая, фотосинтез не может справиться с тем ущербом, который наносит выхлопные газы. Бруно, но вы томите наших зрителей, они все-таки хотят узнать имя победителя. Да, в общем, как бы уже мы... Итак, имя сегодняшнего победителя – это объединение Исрафиш. Исрафиш. Поднимайтесь, поднимайтесь. Поднимайтесь, поднимайтесь. Вы сегодня поймали большую рыбу. Каблю. Мазадаг. Зенираку гефильте фиша, мабапипа. Сегодня поймали прямо там, готовую. Да, пожалуйста, дорогие рыболовы, я вас поздравляю. Мои поздравления и несколько слов, пожалуйста. Инициатору и создателю Амуты Исрафиш, господин Андрей Мезлин. Это инициатива одного человека, и я бы хотел, чтобы в Израиле были бы сотни такие, как граждан, как вы, а в мире миллионы. Инициатива развития выращивания рыб и сохранения экологии моря напоминает мне берега Тель-Авива, Тель-Баруха, 50 лет назад. И когда мне очень нравилось ловить рыбу на прибрежной стороне нашего моря. А сейчас все это выглядит по-другому. Быть может, это не случайно, то, что вы получаете этот приз. И это действительно происходит практически одновременно с получением Эль Гором приза Нобелевской премии. Борьба за экологию – замечательная вещь. И можно решить проблему окружающей среды только одним путем – сотрудничеством между многими людьми на благо одной справедливой цели. И поэтому, как уже сказали передо мной, большое изменение начинается одним маленьким шагом. Ваша личная инициатива должна быть началом большой работы многих людей. Так, Андрей, несколько слов, пожалуйста. Победитель должен что-то сказать. Прошу. Несколько слов, Андрей, пожалуйста, от имени рыб. Они молчат, вам говорить, пожалуйста. Мы постараемся быстро. Во-первых, мы хотим поблагодарить 9-й канал за возможность находиться на этой сцене. Мы хотим поздравить 9-й канал с юбилеем и пожелать их многих-многих лет успешной работы. Во-вторых, мы хотим поблагодарить всех, кто поддержал нас в голосовании и благодаря кому мы сейчас тоже здесь. И в-третьих, это главное, хочу поблагодарить всех тех, кто все эти годы находился рядом с нами. Во-первых, мою маму, естественно. Моих соратников и коллег, Володю, Сашу, Олега, Диму, Лешу и всех, кто помогает нам в этой трудной нашей трудной работе. Я надеюсь, что вместе
мы сделаем тот самый маленький шаг, который перевернет этот мир. Спасибо всем большое. Спасибо. Спасибо. Большое спасибо. Спасибо. Так, у нас...